офис Энни Фаррелл? Энни? Да. Это Макс. Макс, таксист. Выслушай меня, хорошо? Некий Винсент. Макс. Слушай меня, Энни. Очень странное время для звонка. Слушай, слушай, Энни. Один хмырь, то есть Винсент, хочет тебя убить. Что-что? Убить! Он пришел за тобой! Он, видно, осматривал здание, когда я тебя высадил. Не знаю, как уж получилось. Знаешь, Макс, если ты вздумал пошутить, выбери другой объект. Это не шутка. Выслушай меня. Феликс нанял его. Или ребята, связанные с Феликсом. Феликс Рейстарен? Ты что, в курсе моих дел? Я ничего не понимаю. Я знаю одно. Убиты свидетели. И он идет за тобой. Он осматривал здание, когда я тебя высадил. И сел в мое такси. Я не понимаю, что происходит. Энни, слушай. Макс. Пожалуйста, послушай. Уходи из здания. Энни. Энн. Хорошо, я выхожу на улицу. Нет, нет, стой. Макс? Подожди. Макс. Где ты сейчас? На каком этаже? На 16-м. Здесь библиотека и архивы. Он двумя этажами ниже. Угловое окно. В моем кабинете? Так, он не знает, где ты. Оставайся на месте, вызови полицию. Ты уверен, что он на 14-м? Никуда не ходи, звони в полицию, звони в полицию! Макс! Энни! Черт! Архив, 16-й этаж. Макс! Дьявол. Макс. Он знает, что ты наверху. Скорей. Макс, я не слышу. Алло. Энни, Энни, слушай. Проклятие. Энни, Энни.